Команда «Армада» выступала в 9 возрастных группах открытого первенства Московской области по хоккею с шайбой. Настоящими триумфаторами оказались ребята 2003 года рождения, которые набрали 54 очка. Какие вы, ребята, все красавцы! Как приятно на вас смотреть! Тем более, что в конце учебного года принято подводить итоги, награждать победителей. Вы настоящие победители. Я думаю, не только в спорте, потому как спорт формирует личность, как мы знаем. Сегодня на хоккейном отделении спортивной школы Одинцова занимается около 400 человек. С ними работают 13 тренеров под руководством замдиректора Юрия Литвинова. Занятия проводят на ледовых площадках Одинцовского спортивно-зрелищного комплекса. Каждая награда, медаль, грамота, диплом, она имеет обратную сторону. На обратной стороне есть надписи «За доблесть», «За труд», там, «За успехи» и так далее. Вот я хочу, чтобы пожелать, чтобы у вас это все было, добавить туда терпение, трудолюбие, настойчивость. Среди игроков команды ученики 7-го С-класса 12-й Одинцовской школы. Ребят поздравляли как однокашники, так и представители муниципальных властей. Я вам от души желаю, чтобы сегодняшняя победа не была последней, чтобы победы продолжались, чтобы они вас формировали, и чтобы вы по-прежнему приносили радость, пока учитесь в школе, своим педагогам, родителям. Вскоре ребят ждут итоговые годовые экзамены, а затем подготовка к новому хоккейному сезону. Святослав Савенков, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».